Кино на ТВ-РУС. 10 лет отучились. Ни подруг, ни кавалеров. Что ты дальше думаешь делать? Я должна вам отвечать. Так, зубы вперед. Это вот чего тебя пахнет? Духами. Почему вы сосумучите меня круглые сутки? Да вам вообще никого нельзя учить, вам надо жить молча. Да вы честно просрали свою жизнь. Не могу больше, я ухожу от вас. Ты голодная? У меня нет денег, я из дома ушла. Поехали со мной. В каком смысле? В том смысле. Поехали. А сейчас мы с тобой запьем водой таблетку. Не горькая? Тебе понравится. Подбрось девочку Лену до Москвы. Поехали, девочка Лена. Посадим мы тебя. Да пойдем. И что тебе разрешают так поздно здесь торчать? А тебе разрешают? Сегодня ровно неделя, как я развелся. Предупреждаю, я никуда с тобой не поеду. Ты для меня слишком грустная. Я не грустная, я веселая. Ты печальная. Елена Николаева и Александр Лазарев-младший в фильме «Девочка» в субботу на ТВ-РУС.